Российский флаг. Возвращение трехцвета. Первым государственным флагом нашего российского государства стало гербовое знамя царя Алексея Михайловича в 1668 году. Это был огромный белый стяг с двуглавым орлом в центре и алой каймой. Вокруг орла располагались московский, киевский, новгородский, владимирский, астраханский и сибирский гербы. По кайме были вышиты псковский, смоленский, тверской, болгарский, нижегородский, рязанский и ростовский гербы и полный титул царя. Это был личный стяг Алексея Михайловича. А в те времена понятия «царь» и «государство» были неразделимы.